мы въезжаем на территорию центральной клинической больницы при президенте. Вот. Едем забирать мою любимую жену и моего любимого сына Артема и Кристину. Вот. С моим лучшим другом Виктором. Это я. Да. Вот. Что сказать? Я их очень сильно люблю. Я рад, что этот день наконец-то настал, когда я стал отцом, когда я стал ответственнее. Вот. Я теперь понимаю всю красоту той жизни, ради чего мы живем. Это дети. Дети цветы жизни. Узнали 23 февраля 2012 года. Супруга преподнесла мне подарок на стиральной машинке. Оставила. Оставил. Да, утром. Утром, да. Вот что. С надеждой догадается или нет? Да, да. Позвонила ему перед работой и говорю, тебе подарок. На что он, как всегда, бросил трубку, что я его рано разбудила. А потом, когда увидел, перезвонил, да? Да, перезвонил. Со всплеском эмоций. Очень долго ждали, потому что 2 недели не хотел рождаться. И заставил всех нас ждать, волноваться. Да? В детстве сначала на рыбалку. А, ну да, тренировочный. В юности на охоту. А как повзрослеет... И туда, и туда. И по бабам. И рыба с мясом с магазина. Да, 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 да. Ну, и мой еще, да, откинул. Что-то не нравится. Нет. Сначала я сказал своим родителям, Руслан сказал своим родителям. Все были очень рады, мои родители полетели на Кубу отдыхать. После этого, вот, и есть на Кубе очень прекрасное дерево большое, вокруг него нужно ходить и загадывать желание. На Кубе недаром я вокруг дерева желаний ходил 3 круга, загадывал желание, чтобы у меня родился внук. Да, 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 да. Вот, продолжатели рода нашего. О, разбудили. Ой, разбудили, скажи, уйти еще. Да пусть поплачет, пусть. Голос развивает. Вот так запеленали. Это наш второй ребенок. Это маленький. Первый, да, первый. Старший два. Брат, да. Это старший брат. Ему 2,5 года. Мы открыли эстафету, вот, все наши ближайшие друзья, наши очень близкие друзья планируют такое же продвижение по жизни, вот. Начиная со свадьбы. Начиная со свадьбы, да. Недавно мы поженили наших друзей. Вот. 2 свадьбы у нас было. Да, у нас было 2 свадьбы этим летом. Вот, надеемся, то, что скоро тоже через 9 месяцев будем забирать такие прекрасные подарки
с роддома. Как Наталья говорила, мы каждый день звонили. 5 числа маму отправили в роддом с Тёмочкой, да. Они там лежали, 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 созревали, созревали. И утро начиналось с того, что да, кто-то из дома, кто-то с работы. Кристина, нет, все нормально. Кристина говорила, все нормально. Как же вот, нормально, ничего не болит, не болит. И вот уже 4 утра 23-го мы стали маму мутить, да, немножечко. И родились мы уже после обеда, да, мой сыночка. Первый внучек. Тёму приложили после того, как он родился, как он издал первый крик, врач его взял и потом приложили ко мне на грудь. Вот. Потом унесли на всякие там медицинские операции с ним. Ну, так скажем, его взвесили, потом мне рассказали рост, вес, время, во сколько он родился. И мы тут же сообщили папе, в том числе и фотографии переслали. Да, я получила ММС сразу же. Где мы с папой, с Тёмой из родовой комнаты папе прислали привет.